Друзья, всем привет! Сегодня я приехал на международную выставку кошек в парк Сокольники. Надеюсь, вам понравится моя экскурсия. Ну что, пойдемте. Так, друзья, вошел в помещение. Тут, значит, у нас сразу еда пошла. Так, вот здесь игрушечки у нас продаются красивые. Такая красота. Так, дальше, друзья, пойдем. Вот такое большое помещение. Ну так, друзья, вот и наши кошечки. Какие красивые, смотрите. А что за порода? Породные дворняшки. Дворняшки, друзья. Ой, какие красивые. Так, друзья, дальше пойдем. Так, у нас здесь блокноты. Всякие украшения. Так, здесь тоже украшения. Ориентальные котята, друзья. Вау. Какие красивые. Ой, боже, какая мордочка интересная. А все отвернулись, а? Все отвернулись. Ой, плачет. А что случилось? Что случилось? Куда ты хочешь выйти? На волю? Ой. Ну ладно. Не буду вас мучать. Пойду дальше. Вау. Вот это кошки. Вот это я понимаю. Здрасте. Мэй-кун. Продажа котят. Вау, какие большие. Офигеть. Вот это котяра. Офигеть. Вау, красота. На полетнице. Видите, вон котик какой, а это кошка. Это привет. Вау, какая красота. Вот там еще беленький вон лежит. А это вот, это ваше, да? Да. Так. Вот, друзья, какой красивый котенок. Это девочка, это, да, девочка. Котенка. 8 месяцев. 8 месяцев. Посмотри на меня, посмотри. Вау, привет скажи, всем привет. Вау, какой красивый. А вот этот кот, Славухи. Это кот, да? Да. Вася, как тебя звать? Ой, позируешь, да, позируешь? Ну ладно, позируешь. Все, спать. Вау. Привет. Как тебя звать? Как тебя звать? Вау. А что за порода? Здравствуйте. А, ну красивый, красивый. Это британские. Девочка, посмотри на меня. Посмотри. Привет. 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 Ой, а это еще маленький. Принцесса. Принцесса. Ой, какая красивая. Офигеть. Это девочка. Ой. Блаженство, блаженство просто. Так, это у нас питомник Раша Биар. Русский медведь. Русский медведь, друзья. Ой, красиво, очень красиво. Пойду дальше. Так, идем, друзья, дальше. Вау, какие милые. А это кто у нас? Шотландия это, друзья. Шотландия пошла. Там Британия, здесь Шотландия. Вау, привет, привет. Ой, какой красивый. Ой, играет, играет, играет. Шотландский, веслоухий.
Ой, да. Вау, посмотрите. Офигеть. Так, друзья, тут маленькие котята. Они все отдыхают, все. Спать хотят. Ой, здрасте, Оля. Так. Пойдем дальше. А что за порода, извините? Бенгальская. Бенгальская порода. Вау, леопард. А покажите так, пожалуйста, вытащите. Леопардики, да? Все леопард. Какие коты. Да. Посмотри, как на кого похожи. На леопарда. На леопарда. Домашняя, да, дикая, смотри, домашняя смотри. Дикая кошка. Вау. Это что, леопарды? Нет, это коты, наверное. Коты такие. Вау. Просто они как леопарды выглядят. Как красиво. Вот это вот так раз, да? Офигеть. Спасибо большое. Добрый. Вау. Облизывает его чисто. А эти все играют во всю. Все играют. Так, осторожно. Вау, какие большие. Привет. Отдыхаешь? Так, это у нас кто? Здравствуйте. Вау, какой маленький. Это мама. Это мой сын опять отдыхает. Вот они, свинцы. Ой, а свинцы. Вот. Смотри на меня. Ага. Продаются мои котята. Помогайте им, девочки. Так. Девочки, помогите, пожалуйста. Вот. Пока есть диплом, берите, потом покажите диплом. Скажите, а сколько мои куны стоят ваши? Сколько стоят? Берете, да. Спасибо большое. Друзья, похлопаем. Зависит от какой большой мейкун. Фотографирование 50 рублей. Какой здоровый. Друзья, так много людей. Привет. Возьми, возьми. Давай, мы его сейчас, я вот этого котика сюда посажу. Опа. Девочка держит кошку, британскую. Привет. Ой, такая любопытная, да? Ой, всем привет передает. Ой, видите, у ребенка как сидит спокойно. Посмотри еще раз на меня. Все, будешь смотреть? Девочки, это девочка понравилась нашей кошечке. Это британцы, да? Это британцы, да. Беленькая, посмотри на меня. Здесь вот они сильно нервничают. Ой, вот даже смотрите, здесь у них очень сильно нервничают. Животные сильно нервничают, они не сможет есть. Вот смотрите, вот кошку брала ребенок, при том, что она синяя, совсем немножечко. Да. А так обычно. Друзья, посмотрите, какая красота. Вот эти мягкие. Пожалуйста. Вау, это у нас мейкун, да. Вау, это здесь серый. Это тоже ваш? Вау, какой красивый.
Какой красивый. Карауль уже палатки. О, это рыжий и белый. Какая красота. Абсолютно белый кот. Котята продаются. Он моет. Ой, какой молодец. Да, есть дома. Спит. Британец. Это кто? Серый. Привет. Привет. Отдыхает. А что вы все спите? Девочки, мальчики. Все спят. Все спят. Ой, привет. Ой, блаженный кот, блаженный кот. Ой, просто спать так хочется, да, так сильно хочется спать. Ну ладно, спите. Вау, боже, какие кошки. А где ваши глазки? Просыпаемся. Ой, как спит. Боже, барашка какая-то, Мейн-кун барашка. А что ноешь, что ноешь? Офигеть. Краткосовки. Мейн-куна что-то нет, так понимаю. Привет. Спрятался за мамой. Привет, котенок. Боится. Ну ладно. Это тоже спит. Это тигривый. Привет. Не, я просто видео делаю. Ой, какой хороший, а чё ноешь? Ной. Ой, там моется. Ой, послала. Сейчас поймать надо. Ты куда ее послала? На мыло. Какие глазки красивые. Они рождаются с голубыми глазами, потом они перецветают в ореховые, потом в рыжие. Обязательно. Они с месяца приучены к лотку. Потому что у нас дома мимо лотка не ходит никто. А нам куда? Потом это... надо будет в этот съездить, да? В зоомагазин или здесь все есть? Здесь наполнитель. Наполнитель есть? Можно здесь купить. А золоток, наверное, да. А какой лучше наполнитель? Ну, да. У меня так ходит наполнитель. То есть серенькие камушки. Как сам называется, да? Нет, они называются по-разному. Ну, на всех, к которому он уже привык. Ну, здесь есть такая. А что это за порода, не подскажешь? Да. Как? Корниш. Корниш, друзья. Красота. Ой, какие хорошие, серый, белый. Привет, привет. Какой хороший. У меня питомники всякие, ну какие-то. А у меня все. Британский. У тебя это британский. А. Не отворачивайся от меня. Валенсия. 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 Валенсия.
Вау, какой красивый окрас. Мультима лапочка. Смотрите, какой большой мейн-кун рыжий. Отдыхай, отдыхай. Это тоже играй. Мне еще скажу, там играют. Но мы как-то сели, тут вроде не было никого. Ой, потом вы опоздали, что ли, да, сильно? Ну, спят, спят. Спят усталые ребята. У меня лоб похмарит. Вот я мамка. Когда прогнозировал, что у него лба не будет. Хотя я тоже победитель. Красиво, да? Какой красивый. Победители родственники. А, мы не родственники. Хорошо, спасибо большое. Какой красивый. Долго сидеть не будет. А, все хорошо. А то на спасибо. Такая. Непоседливая. Непоседливая кличка. Непоседливая такая кличка. Пойдем. Чудесная девочка. Привет будешь передавать? Кому скажи только. Кому родственникам, передам? Родственникам. Кому-нибудь скажи передам. Вау. Здрасте. Какой кот. Обалдеть. Отдыхаешь? Ну ладно, отдыхай. Котик шотландец, мальчик. Ой, шотландец. Голубой. А вот созвездие надо. Ага, давай. Мы в обратно такой же. Держи. Тебе просто 15. Девочки, мальчики, смотрим на меня. Всем привет. Тут какой-нибудь такой интересный, чтобы они внимание обратили. А, вот. Ну да, что-то такое особенное. Какие красивые. Кошки интересные, да, с интеллектом. Да, это все. Голубые, зеленые, приглянул. Здрасте. Привет. Вот, смотри. Не хочет смотреть на меня. Говорит, мам, не классно. Можно зеленый, плюс 300 рублей за каждую кадровку, да? Куда ты один день, потом вторую, через вторую, через 21-го. 21-го приеду. 21-го. Ты даже вообще, я смотрю, какой красивый. Да, он вообще душка, даже не сопротивляется. Если бы у меня не было бы производителя, я бы не была. Друзья, посмотрите, какой красивый. Джина, она вообще не... Ну что это такое? Что это за хвостик? Ты темперамент. Привет. Ну ты здоровый, конечно, здоровый. Привет, не будешь передавать? Не хочешь? Нет? Не будешь?
ты будешь приветы давать, да? Смотри, давай привет. А ты говорила, что слышишь? Ну все, ладно, пошли, сынок. А то с меня мама идет. Уже, да, похудела. Лезь туда, лезь туда. Ага, и у нас дома такая же. У нас была такая, мы съели. Да, это дело быстро. У нас собака так и сожрала. Пошли, одевайся. Все, пока. Они милые, мам? Милые, да. Привет всем, ребят, посмотрите на меня, пожалуйста. Привет. Ой, какой красивый. Будешь привет передавать? Ну передавай привет, передавай. Передавай привет, передавай, давай. Какие красивые. Ты тоже будешь передавать? Ну передавай привет, передавай. Передаешь? Нет? Какие глазки. Какие глазки. Не знаю почему. Все-таки девочка может быть настроена на поток. А коты, они... Я вас всех люблю. У нас сын. Привет. Привет, не будешь передавать? Нет. Не будешь? Все, скажи, уже передавал. Все, хватит. Устал. Спать хочется. Ну ладно, спи, спи. Вот такие глазки у тебя красивые, боже. Офигеть. Девочка вырастет, будет шикарно. Если вы хотите там стерилизовать, ну желательно раз ее повязать, чтобы стерилизовать. А, обязательно? Ну, надо, может быть, даже не обязательно, вам лучше проконсультироваться. Привет. Какой шустрый. Ага. Шустрый. Маленький. Маленький. Слушай, я думаю, офигеть. Это мейн-кун. Угу. Красивый. Как красиво лежит. Глазки вот такие, глазки. Ой, какой красивый. Большой. Все, завалился спать. Та сессия. Ну что, лысеет и лысеет. Вот это кот. Подается. Вот это котяр. Как тебя звать? Порода это для котяра. Какая порода? Сибирский. Какой большой. Вот такой большой кот, друзья. Офигеть. Вот такой милый котенок, друзья, смотрите. Ой, да, ой, да.
Будешь привет передавать? Будешь передавать привет? Я только видел. Какой красивый, серый. Серебро, серебристый. Mm-hmm. Зеленоглазое серебро. Бумага, да. Какой хороший. Какие-то навыки. Естественно, она их не обучает. Ой, красивый, очень красивый. А девочка сколько? Ну, вообще 30-35. Немецкие крови. А зайка замолчит. Все же интересно. Да? Привет передает. Передал привет. Передал? Всем рот привет. Давай лапкой тебе, лапкой. Нет, не хочешь лапкой, нет? Гривы, гривы такие, гривы. Привет. Вау, спит. Спит. Просто спит. Привет. Ну, понимаешь, надо сначала спрашивать. Это спит. Тут и спит. Тут тоже спит. Ай, какой красивый. Поэтому она такая толстенькая. Те еще нет. Ну, сразу спит. Боится? Да нет, не боится она. Она стесняется. Ты что? Белоснежная просто. И пузо подставляет. Она без запаха, да? Да. Понятно. Такие глазки красивые. Я хочу да. Да, сейчас да. А у вас кто? Если он захочет посмотреть в камеру. Будешь смотреть? Привет, и будешь передавать? Не хочешь, да? Не будешь. Вот так. Да. Передавай привет лапкой. Правильно. Скажи, я же кот. Все лапками, скажи, все лапками. Ну, красиво. Красота. Спасибо. Привет, девочки, мальчики. Так, спокойные кошечки. Какие глаза. Какие красивые. За сколько наград? И все достанется кошкам. Они не в клетках содержатся, они содержатся дома. Ну, с одной. Какой длинный? Только он худой такой, длинный, да? Ну, он не худой, он нормальный, он 9700 весит. 9700. Ой, какой хороший. Привет. Устала, да? Да ты что, серьезно? Устала? Да. Ну ладно, не плачь. Ну не плачь. Что ты плачешь? Скоро домой пойдешь. Ну что ты плачешь? Иди, свет выключили уже. Да, все, скоро домой пойдешь. Ой, красиво. А вот здесь вот это оценивает. Да.
А вот это вот это специалист. Смотрю на цене. Такие белые кошки, офигеть. Все-таки встал, да? Встал, да? Ой, какой хороший. Интересно стало тебе, да? Интересно стало. А здесь тоже вот оценили кошек. Какая красивая. А сколько есть? Все положено до года давать. Хотя там сформирование костяка. По этим вот полгодика. Всякие хорошечки. Какая красота. Ой. Морточка, там таких и не видел. Морточка. А лицо, скажешь? А лицо, да. Да, это вот лицо у нас такое очень умное лицо. Ой, какой. Да, умное лицо. Глаза оливковые, уши, как у летучего солнца. Ой, красиво, красиво. Друзья, это девочка. Смотрите, какая розовенькая. Она белая. Белая это считается, да? Какая ты красивая. Будешь приветы передавать? Будешь привет передавать? Нет? Неинтересно тебе, нет? Не будешь? О, ну ладно. Спасибо. Какой большой кот. Спасибо большое. Глаза прям. И блестит. Добрый день. Ой, какой красивый, какой красивый. Привет. Будешь привет передавать? Будешь? Привет. Будешь привет передавать? Привет. Лезут они. Какие глазки. Пяси. Вот, смотри. Какая ты красивая. Корзинки красивые. Ну полежи. Хоть толстая, но полежи немножко.